В зрительном зале почетные гости, коллеги из других детских садов, работники учреждения. На сцене педагоги и их воспитанники. Год существования детского сада «Ивушка» здесь решили отметить веселым и красочным концертом. А рассказать есть о чем. За прошедший год и коллектив заведения, и дети неплохо поработали. Теперь они готовы продемонстрировать свои таланты. Глядя, как слаженно действуют все участники постановки, не скажешь, что над концертом работали не больше месяца. Это было быстро, но было много разных всяких идей. То есть сегодня было одно, завтра пошли и попробовали порепетировать. Вставили еще что-то, но как-то идеи у нас возникали постоянно, ну, как-то быстро все у нас это произошло. В празднике приняли участие 35 детей и 20 педагогов. В перерыве между концертными номерами зачитывались поздравления с днем рождения от коллег и начальства. Пусть детский сад «Ивушка» номер 28 всегда будет территорией радости, новых успехов, творческих замыслов и побед. Начальник управления образования Ломакова Светлана Евгеньевна. Открытие детского сада «Ивушка» стало настоящим событием для детей и родителей. Развитие социальной инфраструктуры в микрорайоне не поспевало за вводом жилья. Сказать, что это заведение было долгожданным, не сказать ничего. Год назад мы его открыли с главой Ленинского района Валерием Николаевичем. Новый современный сад, вы видите. Ну, конечно, требования сейчас другие совсем. Ну, вот детский сад шикарный. С учетом того, что микрорайон разрастается, поселение наше тоже разрастается, детишки у нас рождаются. И не только наши, и с Ленинского района дети у нас здесь находятся. И в этом году, дай бог, еще откроет один детский садик. И все у нас будет отлично. Пришедшим на открытие показали большие просторные группы и залы для занятий. Площадь детского сада 5000 квадратных метров. В настоящий момент это самое большое дошкольное учреждение в Ленинском муниципалитете. Когда я зашла в этот сад, чтобы устроиться на работу, я была поражена, во-первых, даже внешне. Потом я зашла вовнутрь, мне тоже очень все понравилось. Потом мне показали мой зал, я была просто в восторге, что он огромный. Все тут оборудовано прекрасно. А праздник между тем продолжается. Несмотря на то, что за кулисами царит некоторая суета и волнение, все идет своим чередом. Профессионализм коллег высоко оценили гости из других дошкольных учебных заведений. Я восхищена. Восхищена такими большими успехами детского сада. Их такой вот высотой, они просто молодцы. Я от всей души желаю, чтобы никогда у них не иссякало желание трудиться, всему коллективу, процветания, успехов и, конечно, благополучия. Продолжается поиск взаимопонимания с родителями, окончательное формирование педагогического состава и материально-технической базы. Сейчас детский сад посещают более 500 детей. Педагогический коллектив насчитывает 53 человека. Немногие знают, насколько сложным был этот год. Трудный? Да, был трудный. Трудный, но, как показывает практика, если создать команду, которая готова за тобой идти, достаточно инициативы твоей, и организм начинает жить. Ну, мне кажется, у нас получается. Действительно получается, что и отметили все собравшиеся. В 2020 году в микрорайоне пригород Лесное планируется ввод в строй еще одного сада и общеобразовательной школы. Их также очень ждут местные жители. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.